Друзья, дорогие братья и сестры, мир вам! Сегодня в очередной раз мы собраны здесь в Доме молитвы. Сегодня среда, обычно у нас молитвенные собрания. Но как бы там ни было, в любое время, когда дети Божьи собираются в Доме молитвы, это собрание детей Божьих. Причины бывают разные. В основном мы собираемся для того, чтобы послушать Слово Божие, прославить Господа. Сегодня у нас... И эта причина, и другая причина. Мы все знаем, что ушел из жизни наш брат, вот, Василий Иванович Поштарев. Вот, те, кто знали его, знают долгое время. Он в последнее время тяжело болел и долгое время. И вот пришел конец его испытаниям, его скитаниям на этой земле. Вот настал момент, вот, по данным, которые я имею, около 4 часов утра, посланник неба пришел, ему, наверное, так говорит: Василий, хватит, пошли домой. И осталось только тело нашего брата, а он ушел к Господу, которому служил всю свою жизнь, которому он поклонялся. Поэтому мое искреннее соболезнование всей семье, жене, детям, внукам, как бы там ни было, я это часто повторяю, сколько бы лет не было нашим родителям, они остаются нашими родителями. Для нас они не бывают слишком старыми. Это близкие, родные люди, и когда они уходят с этой земли, печаль наполняет наше сердце. И это нормально, это естественно, это правильно, потому что Бог заложил вот эти чувства в человека, в каждого человека. Бог заложил вот эти чувства. Вот. Сегодня мы будем слышать много, опять же, со Слова Божьего. Будут какие-то свидетельства, воспоминания близких, родных, детей, может быть, друзей, воспоминания о нашем брате. Вот. Будет звучать Слово Божье. И в основном, когда на подобных собраниях мы приходим, и знаете, есть собрания такие, на которые вот, мы приходим на праздник жатвы. Говорится всегда о жатве, в основном, правда? Мы приходим на Рождество, говорится о Рождестве. На Пасху говорят о Пасхе. Вот. На бракосочетании тоже одна тема в основном звучит. На похоронах тоже одна тема. Немного меняются места Писания, немножко меняются мысли братья, которые говорят, но тема одна, тема вечности. Вы знаете, когда-то Христос, находясь в кругу своих учеников, Он с ними беседовал, Он часто с ними проводил время, проводил в беседах. И вот один момент описывает евангелист Матфей, эта беседа была длинная, она у нас в Евангелии записана 24 и 25 глава Евангелия от Матфея. И подытоживая все, и последний стих 25 главы, Христос говорит так: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». На подобных собраниях мы говорим о том, что человек, он вечен, и есть вечность, куда человек переходит после этой земли. Но вечности есть две. Кто-то пойдет в муку вечную, а праведники пойдут в жизнь вечную. Поэтому на эту тему сегодня мы будем слышать много, я думаю. Поэтому я бы хотел вместе со всеми вами помолиться, попросить благословения у Господа, чтобы Господь сегодня проговорил каждому из нас. Ведь когда мы приходим на день рождения, то всегда мы говорим к тому, к кому мы пришли, правда? Обращают все наши речи к тому, к кому мы пришли. На браке говорят к молодым, там, на обручении тоже к молодым. Но когда мы приходим на похороны, мы не говорим уже к тому, во имя кого, не во имя кого, ради кого или по причине кого мы пришли. Абсолютно к нему уже ничего не говорится, а говорится к живым. Поэтому слово сегодня здесь будет звучать к нам. Пусть Господь откроет наше сердце, сделает его способным принять, что Господь скажет, и задуматься каждому из нас над нашей жизнью. Господи, а что если сегодня постучится Твой посланник и ко мне? Как я? Насколько я готов? Поэтому благослови нас, Господь, а мы давайте встанем, все вместе помолимся. Милосердный Отец, Царь неба и земли, Владыка миров, Ты Бог наш в руках и во власти которого все. Да святится Твое имя, да славишься Ты, да будешь возвеличен, превознесен и прославлен Ты, великий Бог.
Аллилуйя, слава Тебе. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты наш Бог, наш Отец. Ты нас полюбил, оправдал, помиловал через жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Искупил нас от рабства греха, от проклятия, от смерти. Даровал нам надежду и упование на вечную жизнь. Слава Тебе, любящий мой Господь. И моменты вот такие в нашей жизни, когда мы собираемся, прощаясь с нашими близкими, родными. Господь, мы понимаем и верим Слову Твоему, что они уходят к Тебе. Потому что Ты так сказал, Господь, что верующий в Тебя, он переходит от смерти в жизнь. Господи, слава Тебе. Пусть же эта надежда всегда наполняет наше сознание, наше сердце, Боже мой. Но все-таки мы люди, и мы скорбим, печаль наполняет наши сердца, слезы на глазах, потому что близкий и родной нам человек. Поэтому я прошу, благослови Ты все семейство Пашторевых, укрепи Ты их, поддержи, Господь, дай им силы духовных, поддержи морально, Господи. Пусть Твоя милость и утешение от Духа Святого придет в их семью. Благослови это служение, управь и руководи, Господь, для славы Твоей и для назидания каждого из нас. А Тебе пусть будет за все слава, честь и поклонение, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, все вместе будем петь псалом «Мы у берега земного, там, за бурною рекой», номер 491. Boy.
Пожалуйста, занимайте свои места. Навіть на такому траурному служінні вся слава належить нашому Богові. Слава Ісусу Христу! Адже Він керує Всесвітом і керує життям людини. В Нього є свій час і свій термін, коли людину привести в цей світ, щоб вона народилась, і час, коли Він її забирає. Для цього чоловіка час прийшов саме в цей період. Ми з вами живі. Ми з вами слухаємо його останню проповідь. І, можливо, хтось із нас, власне, сьогодні на цьому зібранні ще раз подумає над своїм життям. А я скажу, браття і сестри, нам є про що подумати. Можливо, на цьому служінні нам є час і можливість взяти певний приклад життя цих людей, котрі залишають нас, котрі вже з Богом і котрим же там є добре, а ми є тут. Буквально 4 роки тому, коли я приїхав до Америки, в моєму серці було єдине велике бажання служити Богові. Я задавав Богові різні запитання і казав: Господи, яким би ти хотів мене бачити у служінні? Я багато передумав різних служінь. І на одному із них Бог мене зупинив. Сказав: ось воно. Одного разу до мене підходить брат Роман, це є друг нашого брата Володі Поштарьова. І він каже: Віктор, давай ми будемо відвідувати хворих людей. Я відразу погодився. Адже коли я жив на Україні, служив там, в церкві, я любив відвідувати хворих. І ось так помаленьку ми почали з однієї сім'ї, іншої. І прийшов час, коли ми, власне, прийшли до Поштарьова Василія Івановича. Ми відвідували його і його дружину. Був Володя, часом була його донька або ж Володіна сестричка, котра доглядала і допомагала мамі, власне, доглядати за її татом. І буквально пройшло декілька часу, в нас сформувалась така сімейна група людей, молоді сім'ї. І ми неодноразово почали відвідувати, власне, цю сім'ю. На різдвяні свята ми приходили, співали пісень. Власне, я не знаю, чи брат Василій розумів до кінця все те, що відбувалось. Але я спостерігав за іншим. Я спостерігав за його дружиною, яка так радісно з посмішкою на обличчі зустрічала нас. І ви знаєте, вона для мене залишила великий приклад унаслідування. Я бачив її погляд, яким вона дивилась на свого чоловіка вже 11 років підряд, коли він хворий. Котрий, можливо, не міг сказати для неї гарного, доброго слова, адже йому було це важко зробити. Я спостерігав за її очима, котрі так пильно, знаєте, з любов'ю дивилися на нього. Потім вона брала в свої руки платочка і обтирала його лице. Вона поспіхалась до нього і так, знаєте, лагідно говорила. Я думаю, пройшло 11 років хвороби. Вона поруч, вона обтирає сльози, вона посміхається, і вона радіє життю, вона радіє, що він є поруч.
І я, знаєте, що згадав? Скільки сьогодні пасторів мають проблем з молодими сім'ями? Не так поглянув, не те сказав, мало заробив. І відразу приходить той час, коли ми вже хочемо розлучитись. Нам неприємно жити один з одним. А якщо кожному із нас дати 11 років випробування у хворобі, як кожен із нас буде в такому випадку і в такому стані? Як кожен із нас буде з любов'ю відноситись чи до дружини, чи дружина до чоловіка? Як? Боже Слово говорить, багатьма скорботами нам потрібно увійти до Царства Божого. Нам, людям, так хочеться взяти великі ворота і тими воротьми йти гарною, широкою стежкою, щоб нам добре було абсолютно у всьому. Але Бог каже, ні, є вузькі ворота, є тернистий шлях, і багатьма скорботами належить нам увійти у Царство Боже. Я дивився за цією жінкою, за цією сім'єю. Адже з 1978 року, саме в цей рік народився я, але саме в цей рік був рукопокладений ось наш брат Василій на служіння, яке він ніс довгі-довгі роки. Він любив молитись, він любив проповідувати Боже Слово. Він не жалів своїх ніг, коли пішки ходив багато кілометрів, проповідував Євангелія. Багато переїздів за ось цей проміжок свого життя, своєю сім'єю. Їхали, проповідували, несли Євангелію. Так, можливо, він не шикував, так, як ми сьогодні, можливо, дехто тут, в Америці, маємо все вдосталь. Просто жив. Але, знаєте, в нього була жива віра служителя. Він був той, хто був посвячений на це служіння. І ви знаєте, коли дивлюсь на дружину, яка і надалі продовжує нести істинне служіння, воно не ось тут, не за кафедрою. Істинне служіння, воно починається з мене, з моєї сім'ї. Коли я залишаю найкращий слід для свого того унаслідування, для своїх дітей, для своїх близьких, для своїх рідних, для церкви, для моїх сусідів, абсолютно для всіх. З мене. З мене, з першого, розпочинається моє ось те проповідування Євангелії людям. Якщо я буду багато говорити, а не жити, повірте, прийде час, ніхто ніколи мене не буде слухати. Істинне служіння. І коли ми в цьому домі схиляли свої коліна, саме тоді я бачив сльози, котрі капали, власне, по щоках саме цієї жінки. Жінки брата Василія. Вона плакала. Вона, знаєте, несла перед Богом саме свій хрест. Бо Біблія говорить, каже, візьміть свого хреста і слідуйте за мною. Нелегко нести хреста. Навіть Христос, коли ніс ось цей фізичний хрест, він під ним падав. Змучене тіло. В сучасному світі подобається носити хрестики золоті, срібні, дерев'яні. Але справжнього хреста життя нести – це дуже важко. Важко емоційно, важко психологічно. І інколи ми надриваємося, ми падаємо, ми слабнемо в своїх силах. Але Бог каже, візьми, йди, неси. Скільки є сил, і я допоможу. І я переконаний, що саме ті сльози, котрі капали в кожній молитві, вони підкріпляли цю жінку. Бог бачив ці сльози. Бог неодноразово бачив цю велику любов і шану до свого чоловіка, повагу. Любов, котра виражалася просто так. Адже він для неї нічого не міг дати. Навіть жодної копійки. Він хворий, прикутий до візочка. А вона сидить і доглядає. Справді, я сьогодні від себе, від своєї сім'ї, від всієї нашої домашньої групи хочу висловити ось це щире, глибоке співчуття.
Я дякую вам за гарний приклад, який ви для мене особисто дали. Я хотів би також пройти так, щоб після того, коли, можливо, я відійду від цієї землі, інші могли б сказати, він добре йшов, він добре ніс свого хреста, він був вірний своїй сім'ї, він був вірний своїй дружині, він був вірний своїм дітям, церкві, Господу. Так хочеться. Тому, браті і сестри, одного разу, коли Петро сказав, каже, я і на смерть, і у в'язницю готовий. Але це було лише до того часу. До часу, поки Христа не арештували. Потім тричі відрікся. Той, котрий був поруч, той, котрий сказав, я готовий взяти цей хрест, але, на жаль, він був йому не під силу. Знаєте чому? Він лише хотів його нести сам, без Христа. А Христос каже, зі мною ти зможеш це пройти. І кожен з нас, незважаючи на те, які б наші обставини в житті не складались, як би то не було, можливо, в нашій сім'ї якісь гори, переживання, скорбота, маємо надію на Господа. Ми блаженні, бо маємо цю надію. І ця надія, вона ніколи не посоромить нас. Бо ця надія в те, що одного разу у вічності буде зустріч з нашими близькими і рідними. Слава Ісусу Христу! І ця зустріч можлива лише через Христа. І без Нього ти і я не зможеш зустріти свого близького, хто, можливо, вже відійшов до Господа. Тому ми сьогодні йдемо до молитви. Я хочу просити вас, щоб кожен, оглядаючи своє життя, і, можливо, моє особисте життя, чи ваше, воно не відповідало ось тому прикладу, котрий залишають для нас люди, які вже відходять до Господа, яких вже Господь забирає, щоб Бог дав нам мудрості, дав нам сили пронести свій хрест і одного разу зустрітись у вічності з Христом і з тими людьми, котрі вже біля Христа. Тому я прошу вас всіх стати і помолитись. Алілуя тобі, Господь, святий і праведний. Алілуя, ми дякуємо тобі, Господь, що саме в цей вечір ти зібрав нас. Господи, ми дякуємо тобі, що навіть на такому служінню ти вчиш нас. В нашому житті жити чесно, свято і побожно. Жити так, щоб пронести твій хрест, котрий ти кладеш на наші плечі, на наше життя. Господи, прости, в чому ми були не такові. Господи, прости за кожен гріх і неправильний вчинок. Але допоможи нам живим дійти до вічності з тобою. Господи, ти вкажи нам правильний шлях і твою волю, щоб ми правильно її виконали. І ніколи, як Петро відрікався, не відріклись від тебе. Але і життя своє змогли покласти. До кінця свого життя бути вірним тобі, вірним своїй сім'ї. І, Господи, залишити після цього життя добрий слід. Щоб, Господи, дивлячись на нас, в нашому житті люди бачили лише тебе. Той, який помер і воскрес. Той, котрий змінив наше нутро, змінив наші вчинки, змінив наші думки, дії, абсолютно все наше життя. Тому, Господи, дякую тобі, що ти до цього часу благословляв і благословляєш нас. Але в цей вечір ми особливо просимо в тебе потіхи для рідних, близьких, поштарьових. Господи, дружино, потіш і підтримай. Діток, синів, доньок, внуків, ти також, Господь, будь їхньою підтримкою. Втрата – це завжди біль, втрата – це завжди скорбота. Але ми хочемо, Господь, маючи надію на Тебе, отримати від Тебе підкріплення і найбільшу потіху, бо тільки вона є в Тобі. І ми, Господи, віддаємо це служіння в Твої руки. Ми довіряємо, Господь, кожного проповідника, того, хто буде співати, той, хто буде свідчити. Нехай, Господь, це все буде для слави Твоєї і для прославлення Твого святого імені, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Будем петь псалом «Пустыней знойной и бесплодною иду я узкою тропой», номер 2304. Дорогие друзья, слава нашему Господу! Сейчас поучаствует Оля Куриленко и Юля поучаствуют псалмом. Потом Инна и Юля споют псалом. И затем оркестр. Скоротечно наши дни, как пар, как дым пронзает.
доносятся они, лишь только ясный заблестает день. Не углядишь, настала ночь и тень. Да мы летим стремительно вперед, через океан житейский волн не вскот, к тем берегам, где не померкнет свет, где пению числа и меры нет. Да мы летим стремительно вперед, через океан житейский волн не вскот, где не померкнет свет, где пению числа и меры нет. На рубеже этих светлых новых дней сегодня ты бестрепетно склонись и радостно тепло душой своей очами веры в небо вдаль глядись. Да мы летим стремительно вперед, через океан житейских волн не вскот, к тем берегам, где не померкнет свет, где пению числа и меры нет. Стремительно вперед, через океан житейских волн не вскот, к тем берегам, где не померкнет свет, где пению числа и меры нет. Пусть горит сильнее с каждым днем любовь твоя негаснущим огнем, чтобы, окончив краткий этот путь, могла, как дочь, груди Христа прильнуть. Да мы летим стремительно вперед, через океан житейских волн не вскот, к тем берегам, где не померкнет свет, где пению числа и меры нет. Да мы летим стремительно вперед, через океан житейских волн не вскот, где не померкнет свет, где пению числа и меры нет.
Yeah.
Семья Почтаровых, примите наши соболезнования. Сестра Лида, Люба, примите соболезнования. Не печальтесь. У нас есть надежда. Брата Василия мы знали давно, когда приехали в Америку. Мы все время были в нем в молитвенном собрании. Всегда молились, пели. Он был всегда жизнерадостный. Думал о вечности, радовался. Поэтому у нас есть надежда, у вас есть встреча еще. Будьте благословенны. Будет много, я один из них.
один из них, мы одни из них. Слава Богу. Дорогие друзья, братья и сестры, все, кто переступил порог дома плача на сегодняшний день, сердечно вам благодарность и даст вам Господь старицею за то, что вы пришли разделить с нами эту временную разлуку. Благослови вас и Господь. Знаете, по жизни бывает, разговариваешь с человеком, и как будто бы знаешь, давно так общаешься, и вдруг узнаешь, что он родственник того человека, которого ты знаешь долгое время. Ну вот, бывает такое, я не знаю, было у кого-то из вас такое, но у меня было такое. То я сейчас буду читать биографию почтарева Василия Ивановича. Ну, я думаю, в основном здесь все знают, но я, Загородний Павел, являюсь зятем в этой семье. Они меня зятем никогда не называли, они меня всегда называли сыном. Господи, поможи. января 2021 года, на 83-м году жизни, в результате продолжительной болезни, отошел в вечность любящий муж, заботливый отец, добрый дедушка и прадедушка, почтарев Василий Иванович. Оставил после себя 5 детей, 21 внук и 8 правнуков. Родился Василий Иванович 30 июня 1938 года в селе Лоськи Смоленской области. У родителей было 6 детей, 4 дочери и 2 сына. Василий был предпоследним ребенком. Когда ему было 3 годика, началась война. Отца забрали в армию, и он его больше не увидел. Мать Василия Почтарева, Анастасия Кузьминична, осталась вдовой с 6 детьми, всецело полагаясь на Господа, старалась привить любовь и веру в Бога своим детям. Василий с детских лет полюбил Господа. После окончания школы он переехал в город Рудню к старшей сестре. Устроился на работу, работал где приходилось, потому что время было неспокойное. Начинались гонения на христиан. Друг Василия Почтарева пригласил переехать к нему в Южный Казахстан, город Токмак. Василий был активным тружеником в церкви, служил словом, сильно любил петь. Помогал многодетным семьям. В 1964 году переехал в Северный Казахстан, город Красноармейск, где он встретился с Лидией Слободенюк
И в ноябре 1964 года они поженились. В Казахстане у них родилось двое детей. Александр в 1965 году и Любовь в 1968 году. Из-за сурового климата Василий очень сильно болел, поэтому семья решила поменять место жительства. И в 1969 году весной семья Василия и Лидии, их двое детей, переехали в Крым, город Джанкой. В Джанкое у них родилась дочь Ольга в 70-м году, сын Владимир в 74-м и сын Павел в 79-м году. В Крыму Василий работал на разных работах, на стройке, разнорабочим, на машиностроительном заводе, фрезеровщиком, стропольщиком. Он не переставал трудиться в церкви, всегда любил служить словом проповеди, молитвенно нес нужды церкви. Он всегда видел нужды людей, особенно сирот и вдов. Оставляя свои заботы, он всегда спешил помочь нуждающимся. В 1978 году Василия Ивановича рукоположили на служение диакона. Он служил как в Джанковской церкви, так и в близлежащих селах. Добираться было нелегко, так как его транспортом был велосипед, на котором он преодолевал не один километр, невзирая на ветер, снег, пургу и дождь. Он всегда спешил быть в церкви в служении. Жизнь в Крыму не была легкой, так как 70-е годы – это были годы гонений и притеснений для христиан. Невзирая на опасность, семья Почтаревых предоставляла свой дом для проведения богослужений. В 81-м году Василий был арестован за то, что в его доме проходило собрание. Его судили товарищеским судом, был оштрафован и приговорен к высылке. Но церковь прилежно молилась Богу, и это решение было отменено. 90-е годы были благословенные годы труда на Ниве Господней. Василий участвовал в евангелизационных служениях. Церкви в окрестности пополнялись спасенными душами для Царства Божьего. В 1994 году семья Почтаревых переехала на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Василий Иванович присоединился к церкви Суламита и старался всегда быть полезным в деле Божьем. Он активно участвовал в строительстве церкви, всегда переживал за служение, поддерживал молитвами и старался участвовать в пении и проповеди. 4 июля 2009 года пришло тяжелое испытание в семью Почтаревых. Василий перенес инсульт, в результате чего он был прикован к постели и нуждался в постоянном уходе на протяжении 11 лет. Проходя это испытание, слабый телом, но сильный духом, показывал пример смирения, терпения и доверия Богу даже в таких обстоятельствах. Василий Иванович ушел в небо славить Господа. При своей жизни на земле он очень любил в пении славить Господа. Теперь его желание прославить Господа как можно сильнее и ярче удовлетворено. В памяти знавших его братьев и сестер, в памяти родных, в памяти церкви Василий Почтарев останется благочестивым христианином, скромным служителем, простым, сердечным и хорошим человеком. Такими людьми укреплялась церковь. Их примером она будет укрепляться и далее, силой Божьей и учением Господним. Слава Господу! Сейчас, значит, дальше в программе я с Юлей спою псалом. Люба Шаргородская расскажет стих. Потом мы послушаем трио Юля, Настя и Оля споют.
И затем будет брат-гость, служитель Василий Куксюк. У него есть слово. И будет потом время для родственников, для друзей поделиться воспоминанием, сказать даже, может, то, что многие, может, и не знают, чего в воспоминании за брата Василия. И затем будет общее пение, оркестр, и потом заключительная проповедь будет. За это время, пока я вот сюда вышел, уже Василий Иванович, он бы уже, наверное, спел бы псалом и продолжал бы проповедь. Как обычно, он приходил здесь во время молитвенного служения, он начинал свою проповедь, споет псалом, и потом проповедь была. Вот такой он был очень энергичный человек. Но мы споем псалом «Там, в вышине бесконечной». Там, в вышине бесконечной, между планет город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Как я хочу там отдохнуть и дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Все предо мною прекрасно, кажется, нет, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Здесь постоянно усталый, душу мою томит житейское море. Только в одном мне со Христом вперед, вперед, вперед. Он в небесную отчизну непременно доведет. Только в одном мне со Христом вперед, вперед, вперед. Он в небесную отчизну непременно доведет. В вышине бесконечной, между планет город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, 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 и с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. Слава Господу. Господу.
Не плачьте обо мне, когда уйду. Платков, одежд не одевайте черных. Возрадуйтесь со мною. Я живу среди людей, на небо приглашенных. Не плачьте обо мне. Я в небесах, в чертогах царских славлю Иисуса. Сижу у ног, смотрю в его глаза, и ангельские песни всюду льются. Не плачьте обо мне, здесь хорошо, нет бед, печали, горя и разлуки. Я здесь легко и радостно дышу, остались позади земные муки. Не думайте о том, что жалкий прах покроет землей сырой могильной. Меня там нет, я в чудных небесах. Меня унес на крыльях ангел сильный. Не плачьте обо мне, я буду ждать вас там, где свет Христа не угасает, где больше просто незачем страдать, где Иисус сам слезы утирает. Не плачьте обо мне, не надо слез, вы взор печальный в небо поднимите. Возрадуйтесь со мной, Иисус Христос привел меня к себе в небесную обитель. Не плачьте обо мне, когда уйду, платков, одежд не одевайте черных. Я вечно буду жить, я не умру. Мне место дал Иисус среди спасенных. Аминь. Хочется пару слов сказать про действительно, что папа любил сильно церковь. Любил служить, любил петь, молиться. И незаметные вещи, которые, как многие знают, они жили через дорогу от церкви. Он просто с удовольствием каждое утро приходил, обходил вокруг, смотрел, или все на месте, собирал какой-то мусор. Еще его занятием было всегда, он сильно переживал, чтобы наушники работали, батарейки, у него коробочка с новыми батарейками, он всегда приходил, проверял, или все работает правильно. Получал от этого большое как бы удовольствие, ему нравилось жить для церкви, трудиться. Пусть поможет нам Господь. Это 11 лет, мы уже с сестрой говорили, они так быстро прошли, потому что он не был для нас какой-то тяжелым бременем. Мы с удовольствием приходили, служили, как могли. И то, что он это все переносил с такой любовью и терпением, у него никогда не было ропота. Он всегда... Трудно было сказать, но он всегда с трудом выговаривал слова. Слава Богу, когда уже не мог совсем говорить, он просто показывал, что у него все хорошо. Глубоко, глубоко.
мечтаю о родине той, где нет слез, нет тревог, там свободно, легко, где отцовский мой дом дорогой, где нет слез, нет тревог, там свободно, легко, где отцовский мой дом дорогой. Верю я, верю я, верю я, верю я, что ты скоро, Спаситель, придешь. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Господь, о Господь, о Господь, дай мне силы идти за Тобой. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, ожидая отрадных тех дней. Побеждать этот мир лишь любовью Твоей, ожидая отрадных тех дней. Слава, слава Богу. Мир вам, дорогие друзья. Хочу выразить вам, всей родне, всему наследию нашего брата Василия, глубокое соболезнование от нашей семьи, от церкви. Пусть Бог утешит ваши сердца. Мы здесь для того, чтобы поддержать вас в молитве, поддержать вас морально и сказать несколько просто утешительных слов. Мы понимаем, что утешение дает Господь. И главное наше утешение в том, что у нас есть надежда. И за это слава Богу. Псалтырь, 71 псалом, последний стих говорит такие слова. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева. Кончились молитвы брата Василия, сына Ивана. И на его место должен, возможно, даже давно уже должен был стать кто-то. Стал ли кто-то вместо него? Знаете, когда я читаю Писание, эти слова уже не для умершего, эти слова для нас, живых. В прошлом году я был на 16 похоронах. У нас в церкви было 16 похорон. И каждый раз, когда ты приходишь на похороны, я уже говорил нашим братьям, говорю, послушайте, я уже не знаю, что говорить, потому что что говорить на похоронах? Но, друзья дорогие, я переоценил или переосмыслил мое отношение. Когда я был моложе, молодым, я честно вам скажу, я не любил ходить на похороны. Похороны напоминают что-то мрачное. Когда мне сегодня 52, и это примерно тот возраст, когда я впервые встретился, наверное, ему было столько, сколько мне сейчас, я смотрю на это совсем по-другому. На последних похоронах, на которых я был, я задумался и подумал, что Богу нужно сделать так, чтобы нам захотелось на небеса. Какие условия нужно еще создать,
чтобы мы закричали: «Гряди, Господи!» И вообще, зачем мы здесь? Для чего мы живем на этой земле? Почему одни уходят, а мы остаемся? Конечно же, когда мы смотрим на брата Василия, мы понимаем, что это уже возраст. Был период времени, когда он болел, когда он уже с ним трудно было общаться. Но послушайте, зачем Бог поместил тебя на эту землю? Какая для Него польза от твоей жизни? Примерно ученые подсчитывают, что человек за всю свою жизнь производит 25 тонн мусора. Что кроме мусора остается после тебя? Какой след? Я читаю Деяния апостолов. Апостол Павел в 17 главе, говоря афинянам, говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все». Я заостряю внимание, друзья. Это Писание говорит, что Он дает жизнь и дыхание. Он содержит все Своим Словом. Он поставляет царей и не спровергает царей. И дальше, Он от одной крови. Он произвел весь род человеческий. Люди пытаются найти какую-то генетическую другую линию для различных рас или других народов. Но Писание говорит, что Он от одной крови. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Нам порой кажется, что это мы выбрали, приехав в Америку, это мы выбрали, живя в Портленде или еще где-либо. Бог определяет времена, сроки и пределы. Он, который содержит все Своим Словом. Он сказал Слово, и Он держит тебя Своим Словом. И все клеточки твоего и моего тела, они держатся благодаря тому, что Бог сказал Слово. И когда Он говорит Слово, все исчезает. Он забирает дух. И дальше написано так. Он определил. Дальше, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некогда, один из ваших стихотворцев говорил, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, я думаю, что у нас здесь нет таких, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день. Бог назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Друзья дорогие, дорогие дети, родственники нашего брата. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам говорит, чтобы мы утешали друг друга этими словами. Он воскреснет. Воскреснет ваш отец, дедушка. Он воскреснет. Главное, чтобы нам живым, вам, Он прошел свой путь, Он предстал пред Богом, Он встретился с Ним. А сегодня наша задача, как живых, провести жизнь так, чтобы исполнить то, почему Бог держит меня на этой земле. Чтобы произвести не только 25 тонн мусора, или всего лишь, но чтобы оставить след, потому что наша жизнь, она имеет влияние на кого-то, или положительное, или отрицательное.
И нам придется предстать пред Богом и давать за это отчет. Я дал тебе 25 лет жизни, 50, 80. Какая польза была от твоей жизни для семьи, для церкви, для Бога, для твоих ближних? Что сделал полезного? Есть главное, что нам нужно ощутить Бога, искать Бога, найти Бога. Когда мы Его находим, мы находим смысл жизни. И неважно, как долго или как мало мы прожили, важно, что мы Господа узнали. Когда мы узнаем Господа, когда мы ощутили Его в своем сердце, тогда наша жизнь начинает наполняться плодами праведности. Поэтому благослови всех вас и меня, Господь, чтобы когда мы предстанем пред Богом, нам услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Пусть Богу будет слава. Аминь. Друзья, давайте встанем и споем еще псалом «Есть край, есть край, отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец». Номер 21-18. Есть край, отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит собой. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит собой. Край необычный, без тревоги горя, слез нету и не будет никогда. Жизнь пролетит, пускай бушует море. Достигнем цели и войдем туда. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, ободрит забудь. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит забудь. Нет красоты, как в вечном доме, вся красота Иисус Христос. Сменил Он тот венец терновый, а приобрел венец нам новый. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит забудь. Он небо нам подарит даром, и словом ободрит забудь. Нас будут ждать у врат отчизны, мы ношу сбросим под крестом. Оттуда наш начаток жизни, в том вечном
царстве со Христом. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, и словом ободрит забудь. Он небо нам подарит даром, даром, и словом ободрит забудь. Пожалуйста, садитесь. Дорогие друзья, пожалуйста, мы во времени, конечно, но если кто хочет засвидетельствовать, есть, да, спасибо. Вот, благослови Господь. И потом будет заключительная проповедь, брат Илья будет говорить. Никто не идет. Я хочу сказать слово. Вы? О, да, конечно, конечно.
Я являюсь родственник, и мне вспоминается один маленький фрагмент с этого человека-молитвенника. При жизни он, когда мы находились еще Павла Павловича на 75-й, на Старке, молились один час молитвы родственники. И узнала одна сестра, что молитвенный час, и она пришла на молитву. И у нее была болезнь желудки, я не помню, что. И она говорит, помолитесь, чтобы Бог исцелил. И совершили молитву на следующий, когда мы собирались в неделю раз, она пришла и засвидетельствовала, и сказала, что Господь исцелил. Такие просто маленькие явленное чудо Божие через этого человека, молитвенника. Благослови вас, Господь, и утешь, и да будет имя Господне благословенно. Слава Богу! Я знаю Василия Івановича, наверное, 40 років. Перший раз, коли я приїхав з жінкою, на следующий день я перший раз його побачив. Я зайшов ще з одним братом до їхнього дому, відкрив калітку. Він стояв в глибині двора. Його жінка, тітя Ліда, говорить, от прийшов такий-то і такий-то сватати таку-то і таку-то. Він говорить, откуда ти знаєш? Вона говорить, положилося на серце. Перший раз я бачив їх, і перший раз вони бачили мене. Потім він приймав участь, сватав мою будущу жінку. Потім я жив там, я бачив його служення, бачив його жертвенність, бачив, як в місній газеті писали статті за закритими окнами, як віруючі підкрадуються до хати, як вони там совершають всякі беззаконня, потім пройде время, Совєтський Союз розпадеться, і головний писатель цих статей буде змінятися, скаже, ну партія заставляла писати, звініть, пожалуйста. Але йому треба було перенести. Йому треба було перенести штрафи. Ну, навіть після штрафів він все одно представляв свій дом, там збиралися. Іноді навіть збиралися, не знали, от знали тільки так, догадувалися, що в них були добродетельні сусіди, які дзвонили, видно, в міліцію, або куди, я не знаю, і приїжджали дуже швидко. Але він все одно не пугався цього. Потім я пам'ятаю, як його поставили на дяконське служення, і йому приходилось їздити в Нижньогорськ. Там не було служителів. І це, напевно, продовжалося, ну, я не знаю, може, 5 років, а може й більше. І приходилося ставляти своє служення, а їхати за 40 кілометрів і проводити служення там. Це був ревностний чоловік. І ревностний навіть по християнській житті. І я б такий сказав би, навіть безкомпромісний. Уговорити його на що-то друге, к примеру, якщо він розумів, що християнин цього не должен робити, то було невозможно. Я, браті і сестри, не прославляю тут чоловіка. І любий з нас чоловік, який би він не був, якщо б він в серці не мав Ісуса Христа, він не міг би жити християнською життю. Ну просто я хочу засвідчити,
що в нього було багато доброго. І не простого доброго, а жертвенного. Він міг жертвувати. Він міг стремитися раді Бога. І це було видно з його житті. Він уїжджав в Америку. Я ніколи не думав, що я буду в Америці. А ще, щоб я думав там, що я буду в місті тут жити з ним і ще в одну церкву ходити. Ніколи. Мені казалося, ну як це люди їздять в Америку? Потім пройде время, я приїду зі своєю сім'єю, почну ходити з ним в одну церкву, бачити, як він трудиться. І для мене буде приємно, що я його знав там стільки довге время, і знав його тут. І іноді посіщав, старався його посіщати, посіщав і бачив, як він боліє. І в мене боліло серце. Іноді ми не розуміємо, Господи, чому так? Но все в руках Божих. Хай прославиться і в цьому ім'я Господнє. Амінь. Я хочу поблагодарить Господа за дядю Васю и за то, что он был в моей жизни. Я познакомилась близко с дядей Васей, когда мы начали дружить с Любой. И это где-то примерно нам было по 15 лет. И наши дома просто стали... Мы не знали, какой наш дом родной. И тот был родным. Мы не были родственниками, но очень интересно переплетена наша жизнь. Моего папы два брата женаты на дяде Васиных двух сестрах. И таким образом, вроде бы мы и родственники, но стали роднее, чем даже другие родственники. Мы очень близко общались, дружили. И когда я приезжала в Джанкой, вот эта жизнерадостность, вот эта такая, как сказать, искренняя, неподдельная радость и такой, знаете, мальчишеский задор. Вот кто знает дядю Васю близко, тот знает, о чем я говорю. У него не было возраста. Он был всегда очень молодым, задорным, веселым. Он мог общаться со всеми, и с молодыми, и с пожилыми, и старыми. И я вот смотрела фото, даже в период тяжелой болезни у него на лице улыбка была. И в одно из посещений мы с тетей Лидой сидели. Знаете, я ухаживала за мамой парализованной 13 лет. Они ухаживали за дядей Васей. Мы так между собой говорили: Господи, почему это для них? Они верующие люди. И мы пришли к такому выводу, что это нужно для нас, не для них. И знаете, в этот период я поняла и получила такие большие уроки. И мы часто общались с Любой, с Олей, с тетей Лидой по поводу ухода за ним. Так трудно было смотреть на этого жизнерадостного человека, заключенного вот в такое немощное состояние тела. Это было очень трудно и непонятно. Но Господь в это время как бы открыл вот это состояние души, духа и тела. Как они взаимосвязаны. Сейчас, видя фотографии, вы видите, душа – это эмоции, это переживания. И когда вот эта душа находится уже в пораженном состоянии, ну, состоянии мозга, во что превращается тело? И понимаем мы, что наше жительство на небесах только в Боге успокаивается душа моя. Только в нем мы находим покой и утешение. Душа уходит, поднимаясь с неба. Она сыта заботами земли. И в этот миг желанная победа. Победа не снаружи, а внутри.
Душа уходит, оставляя тело и расправляя крылья в крепкий взмах, в миг сбросит все, что мучило, болело, и что, по слову Бога, станет прах. Душа встречает новое начало, она от Бога и к Нему идет, она всю жизнь об этом тосковала, готовилась, как будто бы на взлет. Вот так уходят праведные души, насыщенную жизнью на земле, шагают они верою в мир лучший, неся обетование в себе. Душа уходит, поднимаясь с неба, не властно притяжение земли, а этот миг – желанная победа. Победа не снаружи, а внутри. Дорогие, обычно о человеке, который уходит, говорит: течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится венец правды. Но я вам хочу сказать, вы совершили свое течение, вы сохранили свою веру, а теперь вам готовится венец. Да утешит вас Господь, дорогие. Наверное, никого так долго не поправляют, и так много раз, как этот микрофон. И вот так сюда, туда, каждый по-своему. Вот, дал бы Господь, чтобы мы были так подвластны нашему Господу, если Он нас поправляет, да? Ну, я думаю, хорошо слышно. Время так быстро уходит по своему закону. Уже скоро 2 часа. Думаю, что... Братья и сестры, чтобы вы знали, все, кто есть тут сегодня на предпохоронном служении, что проповедникам, которые служат словом на похоронах или на предпохоронном служении, не так просто говорить. И если кто-то думает, что так просто, то возьмите себе во внимание. Когда-то в одной из заведений, где нас учили, как проповедовать, говорили так, что обязательно на похоронах надо найти слово утешения близким, скорбящим, родным, дорогим. Потом, 2. Обязательно что-то надо найти или даже сказать самому себе, чтобы понять истину. Ну и заключительный вопрос. В вашей проповеди должно быть прославлено имя Господа. Кто согласен? Скажем аминь. Благослови Господь. Ну а сейчас, братья и сестры, поскольку не получилось, так вот все-таки мы вступили в фазу Нового года, и Крисмас, Рождество, и не знаю, сказать, что не было желания, это неправильно будет, а возможности не было, может быть, тоже 100% неправильно, но тех, кто сегодня есть в Доме молитвы, я желаю поздравить с Рождеством Христовым. В Украине так гарно говорят: Иисус народился. Ну и с Новым годом. Благослови вас Господь. И когда вот брат Василий передо мной говорил Слово Божие, он вспомнил за похорона, сколько ему пришлось быть на прошлом году. И я так быстро раз, и даже так затерялся, не подсчитывая. Но скажу вам, что где-то в 3 раза больше я был на бракосочетании молодых семей. Поэтому давайте скажем слава Господу. Я знаю, что так же и вы, друзья. Братья и сестры, все-таки мы должны знать и повиноваться вот этим требованиям библейским, какое бы ни было служение, похоронное, свадебное, или какое бы оно ни было по предназначению. Я просил бы, чтобы мы все, которые составляем Церковь Господа нашего Иисуса Христа, были немножко активнее. Ну, как это так? Вот получается, так прекрасно прозвучало тут стихотворение, хотя нотка скорботная. Ну, вот мы с братом Даниилом, и кто-то тут еще, брат Виктор Дежнюк, сказал, слава Богу, все остальные как будто мыслями где-то далеко. Вы сегодня здесь? В Доме молитвы? Да. Давайте все скажем слава Иисусу Христу. Слава. Он достойный, Он наш Спаситель. Он Бог, который возлюбил нас не по делах праведности нашей.
И вот так вот скажу, какие хорошие слова прозвучали уже в адрес брата Василия Ивановича. А знаете ли вы, если бы у него сердце не проживал Господь, если бы не было у него Святого Духа, кто знает, какой бы он был по характеру и как бы он проводил свою жизнь, но Господь, добрый Господь поселился в его сердце, и человек, у которого сердце живет Господь, он не может быть недобрым. Он не может быть недобрым. Я даже так вот думаю себе, правильно ли это выражение, ну, в лексиконе русского языка, вот мы приносим соболезнования. Кто его знает, я себе спросил, я сейчас передо мной говорящих братьев и сестер, что вы имеете в виду в конечном результате соболезнования? Ведь соболезнование это такое, что как будто уже, ну ты, это тяжелое слово, можно... Прийду домой, посмотрю слова Рожогова и другие там, как есть. Друзья, ведь мы с вами сегодня на этом месте слушали столько прекрасных характеристик из жизни брата Василия Ивановича. Мы слышали столько прекрасных псалмов. И мы все уверенно знаем, что, имея такую характеристику на основании Священного Писания, человек вошел в Царствие Божие воротами славы. Давайте прославим Господа. Это Бог помог ему. Единственное, что я, мне больше нравится на украинском языке, я сейчас скажу еще больше слов, по-украински звучит «співчуття». Співчуття – це тому, що у вас більше немає такого хорошого чоловіка. У вас немає більше такого гарного молитвенника. Думаю, що до останніх моментів, поки память работала, действовала, все-таки у верующего человека всегда есть молитва. И если у человека есть дети, внуки, есть любимая церковь, есть любимый Господь, то молитва только об этом. В таком состоянии, когда показывали вот пару минут назад, хотя я бы советовал операторам, когда проповедь есть, желательно не включать, потому что все слушали не брата Василия, а смотрели туда, значит, на экран. Всем интересно, конечно, знаете. Но у нас главное, главное из главнейших сегодня, друзья, что мы себе возьмем для нашей жизни. Сегодня мы живем в эпоху времени, когда особые требования к церкви. Если особые требования к церкви, это значит особые требования каждому члену церкви. Конечно, я не буду говорить о пасторах, служителях. Если бы вы знали, дорогая церковь, насколько за последние пару десятилетий поменялись отношения всего человеческого рода, всех субстанций, с которыми приходится пасторам иметь контакты, и как-то действовать так, чтобы идти по Слову Божьему и чтобы, я не знаю, ли это будет правильно, угодить народу. Очень тяжело. Может быть, брат Даниил, у вас легко, у нас нелегко. Поэтому вот это співчуття вам есть. Родина Поштарьових, я сегодня принес вам особисто от себя, потому что дуже, тоже много, думаю, 30 років я хорошо знал эту родину. У нас брат Володя по сегодняшний день в церкви. И если говорить, сколько раз брат Василий посещал наше собрание, и мы были на общих молитвах и так далее, самые хорошие впечатления. Да благословит вас Господь и утешит во время разлуки с вашим дорогим мужем, папой, дедушкой. Конечно, я тоже принес вам співчуття від нашої церкви. Я чому прийшов з запізненням? Тому що в нас сьогодні так само зібрання в середу. Ми маємо там благословенних гостей з України, з Києва, і з Мексики, пастор. Тому мені хотілося немножко побити з ними. І, звісно, я не мог, щоб сьогодні не посетити вас. Но все-таки, друзі, може бути, я вже сказав, не сказав, що вам треба, щоб прославити Господа. А вот что нам всем научиться надо? Давайте мы быстренько, время так сильно улетает. У меня есть еще одно.
Знаю, что на похоронах проповеди записываются, даже иногда передают через онлайн в другие государства. Сейчас мы живем такой век, когда за нами следят. Знаете, у нас не так давно, тоже же, как и у вас, идет трансляция. И я даже не думал, там был один брат, мы ему собирали материальную финансовую помощь. И мне звонит один с далекого села. Я говорю: о, приветствую вас. А он, знаете, что спрашивает, сколько собрали тому? Это ж представляете как? И я с одной стороны так стал интересно, а с другой стороны думаю, вот спросил бы за проповедь что-то, за Слово Божье или за псалом, вот то запомнил хорошо. Но моя мысль вот в чем. Я хочу сегодня оставить вам, родные, оставить всем членам церкви, оставить себе. Что таки все самое больше важное сегодня? Говорить сегодня вам и себе о том, что Василий Иванович с собой ничего не взял отсюда в физическом мире, мы и так видим, и так знаем. Говорить о том, что мы предстанем пред судом, пред судилищем Христовым все до единого, но я имею в виду не как суд над миром сим, а пред судилище Христовым, о котором говорит Слово Божие. Это мы тоже знаем и так далее. Мое желание сегодня я хотел бы оставить нам, дорогие друзья, такое благословенное слово. И я даже назвал, это не тема, потому что тема – это слово проповеди, ну, как минимум, там, полчаса или сколько. Твердость веры. Твердость веры. Я прочитаю слово Господнее. Это написано второе послание святого апостола Петра, в первой главе, 10, 11 и 12 стих, быстренько. «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так как, поступая, никогда не проткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Вы знаете, братья мои, дорогие сестры, дорогие друзья, может быть, тут есть, как мы называем, неверующие, которые еще не приняли Господа. У христиан, живущих на земле, у всех всегда есть два очень важных вопроса. Первый. Каждый из нас хочет прожить жизнь успешно, удачно, без каких-то приключений, без неудач. Христиане такую жизнь называют благословением. Прожить благословенно. Но я думаю, что я правду говорю. Все мы хотим, да? Не все хотят прожить хорошо? Я думаю, что нет. Никто не хочет болеть всю жизнь. Никто не хочет жить в нищете. Вот эти люди, которые бомжи вот там, вы думаете, что они не имеют счастья в себе так? Они радостны. Они даже иногда более радостны, чем той, у кого 5000 square feet дом. Так написано. И что надо делать по первому вопросу? Написано: и если так будете делать, никогда не приткнетесь. Никогда. Это первый вопрос. Друзья мои, написано дальше, твердость веры. Интерпретации не будет на это. Верующий знает, что значит сохранить твердость веры, непоколебимое упование, сохранить звание, в котором мы призваны. Не название, а звание, в котором мы находимся. Я думаю, что мне особенно нравится, например, если я вспоминаю, я помню, Володя рассказывал, когда у вас, значит, было служение дома. Сейчас молодежь смотрит вот так. Ты тоже не знаешь, наверное, что значит, брат молодой, один, другой, что значит, когда под запретом городского управления или секретаря, первого секретаря партии и так далее, как было там, значит, и ты представляешь свой дом на служение.
Это прямая угроза и большущий риск. И когда такие люди были, я не знаю, или у брата Вася какое было образование, или заканчивал он какое-то учебное заведение христианского направления, думая, что нет, может быть. Но когда мы провожаем таких людей, я хочу сказать, что это профессора, это бакалавры, это магистры, это профессора с большой буквы. Они христианскую жизнь выполнили на достойно высшем уровне. И сегодня мы, конечно, с почтением провожаем таких людей. Второе, быстренько, это будет последнее мое слово. Как бы вы мне говорили, не всегда так или всегда так, я уже больше, уже пару добрых десятков на служении в церкви. И знаете, что меня волнует? Как раз сейчас можно сказать об этом. Посещая больных людей, которые на одре болезни, некоторые, может, сегодня тут есть такие люди, когда открытым текстом, посмотря в глаза, спросишь: брат, сестра, ты готов к переселению? Ты веришь, что когда закрыются глаза твои, перестанет биться сердце в груди твоей, ты пойдешь в объятия Иисуса Христа? Ну да, по милости Божией, я думаю, я столько совершал добрых дел и так далее. Друзья дорогие, и вот как раз второй вопрос, о чем беспокоятся многие люди, причем многие христиане, это то, как они будут встречать Господа. Я хочу вам сказать, и себе говорю, что это не только молодежь говорит. Сказал когда-то Дмитрий Беспалов, такой проповедник, что где-то там он пережил войну и был такой боевой командир, который всегда приглашал идти в атаки, воевать, не бояться смерти. И получилось так, что он смертельно был ранен и упал, и говорит: я умираю, я боюсь. И кто-то спросил с тех, кто рядом был: комиссар, как же ты боишься? Ты все время говорил, чтобы не бояться смерти. Он говорит: я смерти не боюсь, но я боюсь того, что будет после смерти. После смерти. И вот тут сегодня Слово Божие говорит нам очень просто и доступно. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Так откроется. Твердость веры. Твердость веры не на слове, а на деле. Сохранять завет Господень в жизни, братья и сестры. Да поможет нам всем Господь сегодня. Да, мы понимаем, что это скорбь, это переживание и так далее. И мы все вот на такой минорной ноте, так вот мы, ну, конечно, переживаем. Но знаете, это все по плану. Слово Божие говорит, 70, просили 80. Бог подарил еще пару лет больше брату Васе, и за что слава Богу. Но вот мы в живых. Кто продолжит сохранить твердость веры? Я думаю, что в родстве большом есть вопросы, есть нужды, может быть, есть проблемы, потому что new generation, оно продолжается. И мне кажется, что сейчас, в этой благословенной стране, где мы с вами живем, как никогда нужна твердость веры. Для того, чтобы получить жизнь, чтобы не протыкаться, чтобы не терять напрасно дни молодости, нам надо более и более упражняться в том, к чему мы призваны. Мы призваны быть воинами Христа, которые должны идти только вперед. С нами Господь! Слава Иисусу! Я очень беспокоюсь за себя и даже за вас. У вас тоже через дорогу, где вы жили, Поштарёвы, апартменты. Я думаю, что в этих апартментах живут, по крайней мере, тысячи людей. Может быть, одна или две. У нас тоже, наш дом молитвы 5
минут ехать сюда, наверное, и через дорогу, апартменты, тысячи людей. И меня особенно поразил такой момент. Пару месяцев тому назад, там рядом с нами есть Фредмайер, и я заехал туда, чтобы поменять батарейку в своих часах маленьких, знаете. Зашел туда, это был уже поздний вечер, и я когда пришел туда, ну, мастер там начал говорить, разговор со мной, подошли продавцы, там обычно там продают дорогие вещи в тех местах, где батареечки меняют. И я сказал, что я из церкви еду домой, а они говорят: о да, мы знаем, о, такое красивое здание, там церковь и так далее. И я хотел их пригласить, но потом думаю, американцы и так далее. Сколько людей через дорогу в воскресенье, может быть, пару десятков идут в церковь, все остальные дома. Так само у вас прекрасный дом, прекрасное служение. Мы спасаем, мы трудимся один с одним, да, мы беспокоимся о наших детях и так далее. Но как сделать, друзья, чтобы наше служение было ярким светом для окружающих людей? Может быть, язык? Молодая генерация разговаривает на английском очень хорошо. Мне хотелось бы, чтобы церковь, которая призвана к тому, чтобы проповедовать Святое Евангелие, призвание, цель церкви – это возвещать весь спасение. Это цель прихода Иисуса Христа на землю. Я желаю, да, пригласить вас всех к молитве. Это уже последнее слово. Не подумайте, что я не переживаю. Я тоже скорблю. Мои папа и мама уже в вечности. Я представляю, что значит дорогая семья, когда провожать близких, родных людей. Я думаю себе, как было хорошо, когда Вася был покрепче, как он ухаживал тут, по двору, как было сказано. Сейчас уже нету такого человека. Но служение, жизнь ваша и наша продолжается. Завтра будет похорона. Я хотел бы, чтобы мы все помолились совместно, чтобы Бог благословил Слово Господне в устах проповедников и все, чтобы было чинно на славу нашему Господу для спасения наших душ. Пожалуйста, поднимемся. Отець наш Небесний, Боже Святий, Боже Праведний, Боже Всезнаючий і любящий нас, цей чудовий вечір, в якому, Господи, Ти продовжив нам життя, подарував здоров'я. Ти добре знаєш, з якої причини ми зібралися в домі молитви. Ти бачиш ось цих дорогих друзів, хто на передніх рядочках, лавочках. Вони скорблять, вони печаляться. Вони відчувають розлуку своїм дорогим, близьким і милим. Боже, ми всі разом благаємо і просимо Тебе згідно Слова Твоєго. Боже, як Ти залишив послання апостола Павла до Коринфян, другому, щоб ми потішали тим самим, що Ти нас потішив. Господі, потіш цю родину, благослови їх, святий праведний Боже. Я благаю, Господи, щоб Ти поблагословив всіх, хто є сьогодні тут на зібранні. Благослови, щоб Слово Твоє, яке було сказано від самого початку, знайшло місце в серці. Боже, благослови твердость віри в народі Твоєму. Боже, ми знаємо, що тільки так можна увійти дверями царства Твоєго, Господи. Без віри угодити Господу неможливо. Тому я прошу Тебе, Боже, в сьогоднішній день Ти благословив цей вечір, слава Тобі. А завтрашній день, коли дозволиш нам дожити, поможи нам провести в останню путь тіло нашого дорогого брата. І також подай слово Твоє, Господи, для спасіння людям і для потіхи рідним.
Тобі, єдиному премудрому, вічному Богу нашому, нехай буде честь і слава, хвала і поклоніння Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Блаже наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прибіть царствие Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний подавай нам на кожний день і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. І не введи нас в іскушення, но избави нас от лукавого, ибо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Друзья, присядьте, пожалуйста, на несколько минут. Будут объявления. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел разделить вместе с нами эту скорбь, эту печаль. Как пастор говорил передо мною, оно двоякое такое чувство. Понимаешь, осознаешь, что ему там лучше, он уже с Господом. Вспоминали, сколько друзей, его друзей посещали его. Они уже все в вечности. Больше 20 человек мы насчитали, которые приезжали, и даже из Запорожья приезжали, брат Володя Кобылинский. Они уже все с Господом. Пришло время и для нашего отца, поэтому я хочу поблагодарить всех друзей, близких, земляков. Я вижу много, которые пришли с нашей церкви, с украинской церкви, разделить с нами эту скорбь. И в то же самое время мы во плоти. Мы понимаем, что ему хорошо, но мы во плоти. И притяжение, осознание того, что его больше не будет с нами по плоти. Огромная благодарность вам за то, что вы сегодня здесь, вы сегодня с нами. Мне приходилось быть на разных служениях. Евангелизации, сотни евангелизаций, свадьбы, похороны друзей. Водное крещение. Это служение за 46 лет у меня в первый раз. Я храню своего отца. Это не только отец, прежде чем был институт, прежде чем был техникум, прежде чем были колледжи, это был мой учитель, когда мне было 11 лет. Это первый конспект, это первые места из Священного Писания. Это был мой учитель, который учил, как проповедовать, как одеваться. Прошло время, прошли десятки лет, но до сих пор я не представляю себе прийти в церковь не в нарядной одежде. Какое бы это служение ни было. Или это братское, или это молитвенное служение. Вот у него было это. Самое лучшее. Ты идешь на поклонение Господу. Поэтому пусть Бог благословит от имени всех наших родных, от моих братьев, сестер. Еще раз сердечная благодарность за то, что вы сегодня с нами. Пусть Господь благословит всех вас, ваши дома, ваши семьи. И завтра я приглашаю всех вас. Я понимаю, что это рабочий день. Многие из вас будут на работе. Но у кого получится, кто сможет. На 12 часов дня, ввиду того, что мы живем в Орегоне, и погода, тем более сейчас такой сезон, дожди. На 12 часов я бы попросил, чтобы высветили, будет служение еще, прощальное служение. Там принесут службы, принесут гроб с телом отца. Вот, поэтому мы приглашаем всех на 12 часов вот по этому адресу. И буквально там 2 минуты, 3 минуты оттуда находится уже непосредственно кладбище, где мы переедем, и уже будет погребения. Поэтому пусть Господь благословит всех вас. Еще раз огромная благодарность всем вам. Пусть Бог благословит. Еще раз слава нашему Господу. Мне уже что ничего не осталось, как просто пригласить вас всех закончить служение благодатью. Родственники все здесь вот впереди. Если вы захотите подойти, сказать им какие-то слова утешения, поддержки, вы можете это сделать. Но и в то же самое время, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, с коронавирусом, с этим, то, может быть, не стоит особо обниматься или там сжать руки. Поэтому я думаю, что вы все это понимаете. Давайте встанем, закончим благодатью.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Так, собрание закончилось. С миром Божьим. Божьих вам благословений всем.
Thank you.